Всем привет, с вами Елена Смирнова, и сегодня я зашла в такой вот проект. Это рублевой майнер, что ли, так назовем. Называется Базура. Значит, регистрация здесь простая, просто вводим Payeer кошелек и нажимаем на оранжевую вкладочку сюда. Значит, дальше что? Я зашла, и у меня начали сразу майниться денежка. Я по поводу бонуса, я даже не знаю. Вот у меня. Я ничего. Так. Партнерская, увы, вот так. Я ничего не вкладывала. У меня нет депозитов. Вот. Так. Я ничего не вкладывала. Так. Ну, здесь вот сколько будет, как бы, ваш доход составляет. Вот у меня просто началось майниться. Ваша скорость начисления вот сколько? 0.1, 2, 3, 4, 5 нулей, 2 в секунду. И вот у меня майнится денежка. Это как бы минимальный вывод от 1 рубля. Намайнили рубль, можно ставить на вывод. Значит, здесь вопросы-ответы. Я здесь ничего не нашла по поводу, что без вложений как бы вывести не дадут. Такой информации я не нашла. Значит, можно майнить, просто пробовать, да? Без вложений. Намайнится рубль, поставили на вывод. Вот, я... Так, ну а здесь я, конечно, здесь вот наша партнерочка. И вот здесь будет находиться наша партнерская ссылочка. Кому интересно, я оставлю, конечно, под видео. Далее что? Здесь вот наш вывод. Тоже я посмотрела, ничего не написано. Вот только недостаточно средств на для вывода. Вот. И ничего. Так. Выплата на Payeer моментально. Это значит, что средства зачисляются сразу после нажатия на кнопку «Выплатить». Минимальная сумма 1 рубль. Так, комиссия 0%. Запрос вывода один раз в сутки. Вот. После выплаты баланса аккаунта все аннулируется и пойдет майниться по новой. Скорость сохраняется. Есть вот такой мини-чат. Здесь, как бы, да, мы видим, люди общаются. Вот. Дайте-ка повыше подтянуть. Вот. Пишем сообщение и отправляем. Далее, что здесь оставить? Отзыв. Опускаемся чуть ниже. И тут вот комментарии идут. Как я посмотрела, ну, типа, платить, значит, люди скриншотами делятся. Рубль 68. Вот. А я хочу, ну, бонус бонусом, я как бы пополню на 50 рублей. Я могу это себе позволить, там, мое право. Вам же говорю, не вкладывайте, пусть майнится. Вот она крутится, я еще ничего не пополняла. Вот. Вот ваша операция. Смотрите, у меня ничегошеньки нету. Я хочу закинуть, пусть будет 50 рублей. Так, 50. Пусть побыстрее. Ну, а вывод, конечно, я запишу видео по выводу. Меня перебрасывает на платежную систему. Нажимаю рубли. Я пополнила на 50 рублей. Так, теперь опускаемся ниже. А вот теперь уже ваши операции, видите? Я пополнилась. Вот. 10.03. Кошелек. Сумма 50 рублей. Пополнение. Ну что, пусть майнится. Можно, как я говорила, без вложений пробовать. А почему бы на халяву не пробовать? Вот. Зашел, зарегистрировался. Вот. И забыл. Потом через некоторое время пришел, рубль накапался, поставил на вывод. Ну, это вот такой вот майнинг рублевой. Можно так попробовать. Обязательно прочтите вопросы-ответы. Тут запрещено мультиаккаунты создавать. Вот. Ну, смотрите сами. Хотите, присоединяйтесь. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Пока-пока.